Мой бедный друг, у каждого из нас есть незажившая, мучительная рана. Нет, поцелуй не тайна, а секрет, но в губы сказанный случайно. Ложь может быть менее лживой, чем искусно подобранная правда. Зачем вы стучитесь в каждую чужую дверь? Идите и постучитесь в дверь собственного сердца. Невозможно понять любовь. Невозможно создать любовь. Невозможно научиться любви. Можно просто перестать ей сопротивляться. Когда беды наваливаются на тебя одна за другой, когда они доводят тебя до невыносимого состояния, только не сдавайся. Потому что это точка, где поменяется ход событий. Фортуна улыбается тем, кто, засучив рукава, мастит ей дорогу и налегает плечом на ее колесо. Конечная цель – это благоразумный выбор того, что соответствует природе. Мир благоденствует лишь тогда, когда его цари философствуют, а философы царствуют. Свобода и любовь – это как огурец с молоком, то есть берутся две неплохих по отдельности вещи, а получаются из них явная ерунда. У всех есть свои тараканы и свои скелеты в шкафу. Уважение к чужим тайнам – непременное условие сохранения собственных. Лучше сделать что-то лишнее, чем не сделать чего-то важного. Искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танца. Оно требует готовности и стойкости и в отношении к внезапному и непредвиденному. Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть нижней. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. Ты живешь только однажды, но если ты делаешь это правильно, однажды достаточно. Я стараюсь избегать искушений, против которых могу устоять. Если воздержание от вина – незначительная жертва, принесите ее ради других. Если же это большая жертва, принесите ее ради себя самого. Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. Наименьшее зло следует почитать благом. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин.
Проблема в том, что страной правят советские люди. Они были пионерами, комсомольцами, входили в партию. У них сформировалось такое мировоззрение. А общество изменилось, оно сейчас совсем другое. Поэтому я очень надеюсь на тех, кому сейчас 15 лет. Я ненавижу фашизм всеми фибрами души. Хорошо, когда люди видят мир, дышат другим воздухом. Искусством я выправляю себя и заражаю нормальных людей. Ирония – непременная эстетическая составляющая мышления. Любовь – это нечто неведомое, входящее через глаз и утекающее с кончика полового члена в виде капелек, срывающихся с него более или менее обильно. Любовь – это самая оглупляющая сила из всех, что только существует в жизни человеческих существ. Оглупляющая до такой степени, что влюбленный впадает в трясучку и начинает пускать слюни. Пускать слюни, словно кретин. После очищения истории от лжи не обязательно остается правда. Иногда совсем ничего. Не каждая серая масса имеет что-то общее с мозгом. После общения с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности. Женщины как кошки, их можно заставить делать лишь то, что они сами хотят. Смазывать механизм дружбы маслом вежливости весьма мудро. Настоящий путешественник тот, кто идет пешком и даже при этом подолгу засиживается. Когда женщина любит, она верна, она не может представить себя с кем-то, кроме вас, потому что никто другой ей не нужен. Такова любовь женщины. Для мужчин любовь – это преданность. Это значит, что бы ни случилось, вы будете рядом с нами. Если мужчина в состоянии снять жилье, значит, может защитить свою семью от непогоды. Если может купить пару кроссовок своему ребенку, то чувствует себя спокойно, провожая его в школу. Если он в состоянии купить мясо в магазине, значит, может накормить семью. Это все, что хочет любой мужчина. Чуть убавьте его возможности, и он уже не чувствует себя мужчиной. Некоторые книги следует только отведать, другие проглотить и только немногие переживать и переварить. Малейшие блага в настоящем лучше, чем самые роскошные посулы в будущем. Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные обещания сделать невозможное. Настоящая личная свобода невозможна без экономической безопасности и независимости. Люди не являются узниками судьбы, они – узники своего разума.
Первые 12 лет президентства самые трудные. Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. Выживает не самый сильный вид и не самый умный, а тот, который лучше всех приспосабливается к изменениям. Обезьяна, однажды опьянев от бренди, никогда к нему больше не притронется. И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей. Нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается Родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою Родину, но никогда нельзя обязать лгать во имя Родины. Жестокость законов препятствует их соблюдению. Конечно, весьма утомительно не иметь денег, но должны же мы хоть в чем-то себя ограничивать.